сразу уясним. Люди, мы все цивилизованные, все грамотные. Давайте, если у кого-то есть вопросы, встаем, выходим сюда, задаем вопросы, на них отвечаем, какие-то прения сторон проходят, выяснили. Следующий вопрос. Надо вставать и устроить базар, потому что в базаре мы ничего там не выясним. Давайте уже все-таки немножко будем уже культурными людьми. Поэтому, давайте так, повестка дня, значит, такая у нас, водопровод. Водопровод первый наперво, конечно, да, который идет с кукушки и до бассейна самого верхнего. И отчет денег. Отчет денег, да, вот, в принципе, вся повестка. Все, можно начинать, да? Да. Вот я сейчас вот, я буду отчитываться за трубы, которые собирала Наташа за эти деньги. Вот. Я сейчас все расскажу, что у меня есть. Если кто-то что-то там неправильно сказал, то есть не согласен, то сейчас я расскажу, а вы мне скажете, а почему так, а почему да, документы так? Вот есть. Договорились так, да? И я буду отвечать, или там кто-то будет отвечать на эти вопросы. Договорились собирать по 700 рублей. Ходила Наташа Логинова и собрала все деньги. В основном... Вот, Наташа собрала 110 850, сдала их мне зимой. Мы купили на эти деньги трубы, и я потом еще добрала сумму, я сейчас ее вам скажу, это самое... Вот, еще собрали мы... Не волнуйся. Нет, я не волнуюсь. И я собрала 8400. Вот деньги собрала. Вот они все тут расписаны. Все. Это все я потом придете, посмотрите. Кто-то возьмет домой, посмотрит. Кто-то выберем старшего, кто еще раз будет с этими деньгами дальше работать. И все тому подобное. Вот смотрите. Значит, мы сразу купили трубы. Вот на эти все трубы вот у нас есть документация. Вот и до. Если мы за трубами. Труба, которая идет от кукушки да. до бассейна. Основная питающая магистраль. Что есть от труба? Вот, вот вся документация, вот была, да, почему красным я. Вот пробита сумма, которую мы уплатили. Здесь указан еще этот самый расчетный счет банка, потому что деньги у нас не принимали. Без знала. Без знала, то есть нельзя так пойти купить трубу. Мы сделали перечисление. Вот, за перечисление, банковский перевод 946 рублей. Вот, я это все расписала прямо по порядку. Труба 105 086. Вот, 105 086. Здесь же даже банковский перевод, пожалуйста, 946 рублей. Накладная есть, накладная есть. Потом еще мы вызвали гидрозелиста, который нам... Я правильно назвала его, извините, пожалуйста. Вот, который нам сделал замеры, сделал карту, сделал все. Вот чеки 2500 он с нас взял. Я их тоже прилагаю сюда. Вот, эти документы вот. Вот документы на трубу, на замер. То есть геодезию мы проверили, вот эти уровни. Идет, пойдет ли вода да. с кукушки сюда напрямую. Потому что вода шла раньше вокруг через пруд, и акулем тянем. Мы пустили напрямую, это в два раза короче. Мы проверили уровни, пойдет ли она туда. И составили карту на основании вот этого измерения. Теперь, значит, мы вызвали, нашли этот трактор, бар называется, да. Вот, за него мы заплатили 7 тысяч наличкой, 4,50 мы отдали, 4,500 солярку я отдал Вова Пряничникова. Значит, 11,500 мы заплатили, это вообще очень дешево, очень хорошо, и прям для нас это очень прекрасно. Это вообще, считайте, подарок, потому что если бы мы копали а там, мальчишка сказал, тракторами обошлось бы бешеные деньги нам. Ну, дай бог. Вот. Теперь. И 500 рублей, и 500 рублей это где-то 20 литров мы взяли за бензин, потому что очень много Коля ездил и за этой машиной, и пробивал этот трактор, и все. 20 литров я взяла за 500 рублей за бензин. Все. Значит, итого получается, мы собрали 119 250. Это все вот капелька в капельку написано. Израсходовали 121 027. Вот. Осталось у нас, мы перебрали 177 тысяч, но сейчас еще доплатила Наумченко. Короче, вот эти деньги, да, получилось 673 рубля. Теперь вот наш новый житель Плохотников, Александр Тимофеевич, дал нам 2000 наличкой для того, чтобы мы, ну, как помощь нам дал, чтобы мы смогли, ну, вам, как сказать, ну, дальше работаем. Отступные за место под лесом дал. Да. Чтобы спокойно жить. 2000 он стал. Я эти 2000 плюсовала вот сюда, вот прям стрелка. 2000
охотников написала, и 673 рубля, это деньги, вот они остались, вот, 673 рубля остаток и 2000 плохотниковские деньги. Из них еще, ко всему к этому, нам Жулитов дал 200 литров солярки. Тоже дал от себя нашему селу. Знаете Жулитова, да? Вот. Все, вот за эту работу, все, что у меня есть, я отчитываюсь. Это я все складываю вот сюда. Потому что многих интересует, интересуйтесь, правильно делать, это ваши деньги. Вот, я их закладываю вот сюда. Вот она бумажка с отчетом, кто собрал, кто не собрал. Ну, а еще не собрали деньги 70, по 70 рублей. 700. По 700 рублей. Не собрала, Зенкова Оля не дала. И не дал Федотов Сергей, это Валенч, это муж. И не сдала Таня Калимасова и Макаров Миша, не сдала Таня Шарышева. Вот. Вот эту сумму не сдана. Это и того, получается, не сдали нам 2400-500, не раз за 3400-700, еще не 100. 200, где-то 5000 еще не дали нам за труд. Нет, а что с рыжего брата, чего дома ладно, нет? Ну, я ничего не говорю, я просто докладываю обстановку. Ну, и сдали нечего, я ну, не возьмем, давай. Тогда получается, подожди, практически все сдали. Сдали, а та улица сдала? Сдали все. Но давайте так, не сдали Зенкова. Я считаю так, что, конечно, хуже всех у нас в селе живут Зенковы и Новичковы. Люди, которые совершенно не имеют воду. Вот согласитесь с этим. Все равно у всех у нас есть какая-то вода, у них никакой воды. Сдаст Оле деньги, ну, попозже, да, где на Оле? Ну, ну, как быть, я не знаю, девчонки, правильно, вот у них у двоих вообще воды нет, девчонки. Просто нет воды, они даже не посадили ничего в огороде. Ну давайте дадим возможность Оле попозже отдать деньги. Все. Остальные деньги все сдали. Абсолютно все честно, хорошо сдали деньги. Спасибо за все. Ничего не могу сказать. Наташа собирала, они люди собирали. А? Налогообложение. Налог сейчас вами будет отчитываться. Вот, я вот это все. Ну вот мы единственное, что еще хотим, вот мы хотим, чтобы, конечно, выбрать человека, кому передать все. Но нельзя, чтобы столько лет собирали одни мы эти деньги, да? Вот. Вот и на отчет, вот и деньги. Давайте ну, решим, ну кто-то же может заниматься, кроме меня, свалить деньги. Да, если помоложе надо. Ну давайте, кто-то, вот, скажите, мы тобой возьмем. Выбирайте, кто-то, кто вот хочет, давайте. Выбирайте, не папа, мне тебе все равно. Нет, не все равно, вы давайте кому вы хотели бы, давайте кто-то. И я прямо сейчас возьму и передам эти деньги. Я на другой, на эту кабальную ложь. Я тоже, Наташа Кузьмина, она живет в Сетли. Если кто-то будет ходить, вопрос не решит. Нет, вот если мы сейчас нормальные будем людьми, вот мы сейчас все поймем правильно, послушайте. Нет, Боли, ну можно. Если мы сейчас все правильно все поймем, мы сейчас верим. Чего вы сейчас говорили? Что не нести в садике, что ли? Сейчас мы выберем, подождите. Она кричит, они еще больше. Нет, просто если мы сейчас к чему-то дойдем, до чего-то там, что вот действительно мы должны понять, что самообложение надо сдавать. Не так бегать, как мы с вами, дайте, не так. Значит, давайте по улицам. Вот раз Наташа собрала по этой улице, как хорошо, Света собрала по этой улице. Идите, сдайте Наташе эти деньги. Ну, чтобы ни одна она бегала, она их не соберет. Нет, понимаете? Она будет, допустим, она будет старше на деньгами, а старше будет по улице, кто будет собирать и сдавать ей. И вы должны понять, раз мы пришли, пришли. Значит, вообще, вот, вообще, Наташа это отвечает. Вообще надо, вот самообложение тоже под роспись, все. Все, под роспись. Под роспись. У нас все, кто приходит, все расписываются, да единого человека. Подумаем, кого берем? Давайте, я сейчас сразу правду передаю. Ну и надо грамотно. Ты ответственный человек, в центре находится. Отдел из Китая, поэтому вы понимаете, что это серьезное дело. Люди должны прийти и сказать, ну покажи, что там у тебя с деньгами, понимаешь? Единогласно. Кто за то, чтобы за Наташу передать? Прошу проголосовать. А в конце года премию Кофе мы им, бутылку, ладно. Эти люди войдут в комиссию. Без дура, никто не помогал. Мы по ходу дела не будем сейчас на это время тратить. Мы имеем по ходу дела, давайте не будем сейчас. Найдем и по улице человека и соберем. Также берут книгу самообложения. Вот сегодня берешь, собирает Наташа сегодня. Она взяла отряд самообложения, прошла по улице. Завтра пошла Света. И все. Все идет под роспись, все идет по делам. Вот, Наталья, иди, принимай дела у меня, вставай. Нет, давай, магазин придут еще, они подъедут. Да, вот то, что рядом, не надо было доходить. Наталья, иди, принимай, я ушла. Качать.
честно. Нет, я сяду сейчас. Вот эти, знаю, 2000 при всех людях. И вот эти деньги, что остались вот, 673 рубля, я тебе знаю, поняла? От тех денег, которых собрали по 700 рублей. А ты убей, да, все. Вот. Вот они деньги, вот она папка, вот эти документы. Что это все считается? Нет, я просто я все записано, все сделано. У кого есть вопросы по этому поводу? Давайте, чтобы не потом, а сейчас. Кто, что ты считаешь, что неправильно сделали, не лишнее сделали? Наталья, сама папа, Рубок, вызывайте быстро, быстро, пока у нее папа. Да нет, там же 2000. Нет, ну подождите, по трубе. Сейчас вопрос дальше по поводу того движения. Что у вас здесь самообложение? Отчитайтесь. И будем говорить о трубе. Все, что много, да? Все. Обратите внимание, слушай. Можно я просто 2 секунды сейчас скажу? Давайте вот мы опять-таки с Росрублем уясним, что налогообложение собираем не для того, что нам кому-то нужны деньги, кому-то и конкретно где-то. Надо понять одно, что все, мы живем своим миром, за нас никто не придет, никто ничего не делает. Вся вода зависит от нас, дорога, вода зависит от нас. Сразу вам говорю, что к нам никто не придет, никто нам ничего не даст, нам никто ничем не обязан. То, что вы, я сразу просто наперед пресекаю тех, кто хочет вступить, допустим, в водоканал города Хвалынска. Все люди взрослые, проедьте, посмотрите состояние дорог в городе Хвалынске. Там нет воды людей, там люди плачут, там нет воды, там нет канализации, там все по улице течет. Вы хотите сказать, что они сейчас возьмут нас, вода, которая течет бесплатно к нам сюда, они на наши старые трубы повесят вам счетчики, и мы будем платить за воду, которая течет бесплатно к нам. Нам никто ничего не сделает, не поменяет, водоканал бедствует, они находят в долгах в огромных. Они только будут рады поставить нам счетчики и просто на халяву брать нас деньги. И мы в любом случае огурчик будем поливать вот так, помидоры, только через счетчик. Водоканал вам ничего просто так не сделает. Это однозначно окончательно будет счетчик ставить. Поэтому просто эту мысль сразу глупую все выкиньте. Просто выкиньте из головы, не держите ее в голове, и вам будет легче жить. А то, что нужно собирать деньги, это однозначно решение, потому что нам никто ничего не даст. Все. Ну, самое главное, не так и так, что мы обязаны давать. Подождите, стоп, поспорим. Георгий Федорович, вот ты сказал, да, насчет там счетчиков и прочее. Сколько, например, воды тратит каждый житель? Ну вот каждый, возьмите. Кто поливает-то? Кто поливает-то, да. Море. Я поливаю так же, как и все. У меня стоит насос, которым я поливаю. Я скажу правильно, да? Я трачу 1,5 куба воды в 3 дня. 1,5 куба воды в 3 дня. Умножьте на 10 дней. 15 кубов. А я ведро... Куб сколько стоит? По закону куб стоит 17 рублей. 17 рублей. Жорик, ты не берешь. 17 рублей. Дороже. Жорик, будет 26. У нас 26. Считай, теперь мы родили деньги. 300 рублей. Что человек скажет? В месяц. 300 рублей в месяц. Это 3 месяца в году, которые мы используем столько воды. А все остальное? А все остальное сколько ты используешь воды? Ну как? Помыться? Начиная с мая и до октября месяца мы пользуемся. У меня баня работает, блин, через день. У меня 80 литров горячей воды неделю стоит. Мне хватает. Так ты один. Следовательно. А что это я за двоих плачу? Нет, что тут вот? По счетчику. Я плачу за двоих. Давайте, стоп. Не опять стой. Давайте, на этом моменте. 300 рублей в месяц. Да. Дальше не будем считать. Достаточно 300 рублей в месяц. Рублей. За лето 1000 рублей. Вы не можете собрать налогообложение. Просто. Налогообложение не можем собрать. За год 100 рублей мы решал тогда. А вы хотите 300 рублей? Почему 100? С меня берут 150. Ну, 200 рублей. За год. Пускай будет 150. За год. Но. У нас мы постоянно вступаем в доме. У меня нет никого. Мы вступаем в полемику из-за 100 рублей в год. А вы теперь говорите о 300 рублей в месяц. Мы дальше будем считать? Все грамотные люди. Давайте еще раз посчитаем. У кого стоят машинки стирали, кто сколько поливает. По 3 тысячи платят. Нет, Татьяна, сколько вы тратите в месяц? Посчитайте, 1,5 куба теплицу. Все люди поливаешь. Это твой бизнес, тебе это надо, это твой хлеб. Я не спорю. Согласны? Счетчик поставить. Посчитаем сколько? Вот и все. Я просто еще раз объясняю. Не, но он поливает на 1,5 куба. Ты поливаешь теплицу на 1,5 куба? Я думаю, нет. Вот и все. Вот она считает. Вот ведь правильно, я считаю. Она и зарабатывает. У меня мотора нет. Наталья, не будем говорить про то, если
весь мотор надо не будем брать. Все, дальше, давайте. Я хочу сказать, чем вот вы заведете разговор? Сейчас не о том говорите. Все, давай. Сейчас я честно говорю. Сейчас говорят о другом. Валентин Иванович, давай начинай. Говори, Валя, давай. Всего денег у меня собрано было 64 900 рублей с 8 года. Расход за эти годы, если надо, я все прочитаю, сколько, что за что отдано. 35 834 тысячи. Из них, из этих 35 тысяч, 20 тысяч отдано Пряничниковым и Горбуновым. Вот за эти, за эту технику, что они работали неделю. За технику. Знаете, Василий, за 4 где? Ну кто работал, мужчина, там знает, я не буду говорить. Мне, мы там не были, женщины не знаем, мужчины знают. Если кто-то против, что-то говорите, задавайте вопрос. Они все здесь. Про это... Здесь нам все рассказывают. За что? Все взяли. Мы привыкли. Они нам все года делали бесплатно. Ну, уже кончилось. Не платили самообложение. Извините, мы в селе все, у кого-то яблоки, у кого-то мед, у кого-то какой-то бизнес. А он нам все делает, мы купляющие, мы и все делали за так. Вы имеете в виду технику? Технику, не работу, технику. Про технику. Так, и остаток. У нас, значит, из этих денег осталось 29 066 рублей. Вот они. Даешь Наташе. Наташа, она, наверное, возьми, вот здесь надо все... Она перевезет потом. Правильно, посчитай все. Потому что я все подготовила, все. У меня даже так не возьми. Нет, одного хочешь. Сколько сейчас конкретно у вас осталось? 29 066 рублей. Плюс 2600. И там, я не знаю. 2600. 31 тысяча остается. Все. Ну и что дальше мы с этими деньгами будем делать? Теперь ты расскажи, что нам, за какие года мы собираем самообложение, с какими мы собирали. Никакие надо забрать нам сейчас. Я, пожалуйста, скажу. Кто там сдал или сдал? Кто сдал налогообложение? Ну все знают, кто не сдал. Ну, не сдал. Еще, раз, еще расскажи, кто не сдал. Чтобы все знали. Чтобы все знали. Вы вот сейчас запомните, сейчас вот кто ходит, собирает деньги, мы собираем за 10 и 11 год. 12-й год, у меня даже списков еще нет, запомните, что, потому что если будут собирать, будете знать. Прошлый год мы собирали за 9-й и 8-й. Сейчас будем собирать за 2 года. За опять у нас так получается, сейчас вот выровняется, уже будет за 12-й. Один год вообще не платили никто, а теперь у нас собирать, давайте соберем эти деньги, мы стали собирать. Ну, у нас не получено за 10-й год много за 11-й. Огласись, ну все молодежка. Ну огласили список, у тебя есть список, чтобы люди знали. Пускай год все здесь сидят. Кого нет, чтобы все знали. Ну да, значит, здесь. Кто скажет, кто не будет платить, скажите, почему вы не будете платить? По-моему. Объясните. Вот мы ходили по улице. Ну, давайте вот по списку. Значит, 10-й год. Голова, ну Калининых нету. Ну, Калинины отдадут за него. Да, они отдадут. Павлова, Света, Афимина не живет, Фомин, Андрей, Яковлева отдадут. Мог не указать дачники, они теперь уже, наверное, у нас, не знаю, Федор. Это Сергейчук это? Да, теперь Сергей. Зовут Сергейчука? Ну, Сергейчук, я Сергейчук. Так, Федор Витязина нет. Так, Абрамовы. Так, здесь идут дальше. Рында, Сечина, Жорнона, да, в больнице. И ну просто получается то, что не то, что вот сейчас вот эти... Нет, вот есть, что собираем, вот сейчас мы... Вот нет, мы собираем за 10-й год, просто 10-й год. 10-й год. Ну вот дело в том, что я не думаю, что сейчас мы не отдавали. Наверное, мы просто не собирали, наверное. Мы не собирали, мы эти только два дня. Мы в списке оглашают, когда все получают. Ну я и говорю, зачем? Никто не сдал, считай, полгода. Потому что мы не собирали, сказали... А почему не собирали, сказали, мы самообложение будем давать, пока не начнут работу. Начали работу, мы начали собирать. Ну вот это практически. Не отдали? Не отдали. Ты тоже не отдали. Нет. Ты прошла. Я бы сказала, что мы не дадим самообложение. Ну вот Зина, Зина Голова. Пусть я объясняю, почему. Мы будем знать, почему мы не дадим. А там никто не просил делать. Нет. Тетя, скажите, вы же почему не собираете? Мы уплатили. Зина, давайте скажем, тут ты иди. Ну слушай, ребята. Тише, тише. Дай сказать человеку. Ну, тихо, слушайте. Мы почему? Потому что мы по 1500 собирались и платили, вот нам провели эту воду. Более ты говоришь, меня не просили. И вас не просят, вот до сих пор тут вода, везде течет вода, ты все в
говорите, сами сделали, сами сделали. Говори, говори, говори. Вот. И поэтому мы вот Леша Калинин, эти вот Голотовский, и мы вот, вот нас три дома, мы уплатили. Должна была уплатить и Света Павлова, но она не дала. Вот, вот мы остались. Поэтому мы говорим, по 500 рублей вот за три года, а остальное мы будем платить. Вот. Все. Все. А теперь, все. Теперь я скажу. Давай. Как был разговор тихо. С вами лично. Давайте. Вот, Олег, я с Олегом говорю. Я говорю, у меня есть экскаватор. Вы заплатите за два года, вам лично говорил, налогообложение за два года. Вы конкретно отказались, я говорю, есть человек, который сделает. Вы принципиально пошли, поехали, принципиально, не будет, давай не будем. Я говорю, я вас не хочу. Вы за 400 рублей поехали туда, и вам сделали за 8700. Я еще раз повторяю. А мы 100 метров провели за 62 тысячи. Это 870 тысяч должны затратить, а мы всего... Ну, мы... Да нет, а вы собрали, правильно, вы сделали, а мне вы сделали, а зачем? Ну зачем, если у нас есть деньги для этого собраны, у нас есть техника. Я вам звонила. Да вы не хотели собрать, я еще раз говорю. Я же звонила, с тобой разговаривала. Зин, вы сказали, как хотите, так и делать. Зина, пожалуйста, я тебе сказал, еще раз повторяю. Я говорю, вот сначала заплати самообложение. Самообложение заплати, сделай. Ты говоришь, нет, не буду. Сделайте. Ты говоришь, у меня нет воды, нет. Он говорит, так ты, да, да сначала, подождите. Мы сейчас сам, подожди, сидим, не ругайся, не надо. Мы здесь не собрались из-за этого, понимаете ли? Послушай, ты выслушай меня. Ты не понимаешь, послушайте, пожалуйста, меня. Вот сейчас сделай, сколько надо, мы хорошо. Послушайте, дай мне сказать. Дин, не надо махать руками. Что ты меня считаешь дурочкой сейчас? Ой, ну послушай, не буду, я прав, я другой. Я объясняю другой. Вот объясняю просто другой. Объясняю другой. Я потом, вы сделаете, я потом заплачу. Я потом заплачу. Она что делает? Вот сидит пряничником, да? Вот пряничником. Вот. Значит, у нас даже свет. Пошли, денег нет, например, да? Он заливает солярку. Я беру машину туда-сюда. А почему должен я-то? Когда если должны деньги же быть, мы прошли, мы солярку купили просто, да, понимаете? И все. А их нет. Вот так вот, один не сдал, второй не сдал. Хорошо, не сдал. Все. Надо просто, надо просто, сейчас только еще повторяю. Мы брошены, нам никого не надо. Если вы не хотите... Знать, то Вова вот, может вам сказать, деревня Богородская, вот кто хочет посмотреть, как живут там люди, воду пьют, съездите, пожалуйста, и вы, я гарантию даю, вы завтра придете по 200 рублей, понимаете? Вы еще живете здесь. Хорошо, Коль, мы сейчас поняли, у нас сейчас стоит одна, вот такой вопрос может... Вставать нормально, потому что каждый, вот сейчас опять. Вот краны надо покупать. Надо же, да? Надо. А если соберут, как конечно, тогда что покупать? Вот там грамм, там грамм. Сколько, Олег, сколько с краном почитали? Где лет туда? Слушайте, Коля, а мы сами делаем, сколько грамм? Да Зина, ты опять 500 грамм. Ага, люди покупали, а мы тоже сами. Хорошо, давайте мне так поговорим. Не буду спорить, если сейчас я буду сдаться. 4 крана, 4 крана, во дворе тоже делать сама. Я не могу.
Переругаетесь, да? Он плюнет, уйдет. И молодые ребята также работают. Вы кто?
кто-нибудь, ты хоть раз пришел, посмотрел, что они делают? Нет. Кто-нибудь сходил, посмотрел, чтобы убедиться, ну что же Горбунов делает, куда он деньги закапывает? Никто не подошел, не посмотрел. Да, ну, вот их пять человек, как шесть человек бегают и все. Ну хоть не верьте, сходите, посмотрите, что они делают. Вы все дома сидите, а туда сколько хотите. Подождите, перебивайте. Вы ни один не посмотрел, куда деньги закапываются и в каком объеме. Он бегал неделю, упрашивал, чтобы дали экскаватор. Неделю я ходил туда, смотрел, как он делал, я не сталкивался. Ему обещают сегодня, завтра, я говорю, Коль, это оттуда, потому что он на разрыв у них идет. Он ходил, просил. И тут Бог есть все-таки. Он подвернулся вот этому мужики случайно, сделали. Такую дешевизну вам сделали, я удивился, за такой вот деньги, они согласились. До рублей метр вообще. Никто не знает об этом. Никто не ездил, не просил. Пошли его, пусть он поездит, дай вот задание ему. Вот тебе гол, съезди, добейся, пусть привезут, сделают. Два раза съездишь, да плевать, скажешь. А он ездил неделю. Ну, никто, мой, мы в свое время подожди, делали все. Сделать свое время в свое время. Просто тебе давай разговор, Павел, подожди. Вы сейчас не спорьте, посмотрите, посмотрите. Да, действительно, они правда говорят. Обидно тому, кто в том конце живет. Но никто не виноват, что он живет. Это так жизнь сложилась. Но поэтапно сделать год-два. А если сейчас вы переругаетесь, сбросите, через год там вообще ничего не будет. Там ничего не будет. Вы подумайте об этом. Чем больше будете спорить, тем больше быстрее все это закончится у вас. Какие большие деньги. То, что они сделали, да, я сам удивился. Помните, я в совхозе в 2003 году мы ходили, почищали. Я почему эту систему знаю, я там облазил в 2003 году, когда на ферму воды не хватало. Я все облазил. И мы тогда еще при совхозе не смогли все сделать. Но тогда, конечно, таких труб не было полиэтиленов в то время еще. Это сейчас хорошо. Взяли 50 метров, кинули и все. В то время мы не смогли, хотя и деньги были у нас. Потому что там задача очень серьезная была. А то, что они придумали, решили, это, я считаю, вы очень гениально сделали. И они не навали такие вещи, такие колодцы. Это ужас прошли. А вы спорите, да? Да спорите, я вам еще говорю. Останьте без воды. Все. Вот те, кто вверху живут, да, они будут с водой. Тысяч, а вот низ, он больше всех спорит и больше всех может пострадать. Вы об этом подумайте. Вы только об этом подумайте. Кто больше всех спорит внизу? И вы больше можете пострадать. Они плюнут и уйдут. Но у них вода будет еще долго. 5-10 лет будет идти, у них хватит. Но туда у вас, как только вода перестанет идти, и постепенно будет тихонько течь, и все из-за элиц у вас там. Никто вам делать не будет. Городу, я вам сразу говорю, городу вы вообще не нужны. Потому что город в настоящее время сам не может справиться. Он сам с собой не справляется. Городу вообще не нужны. Иванов, когда спорилась, что там хорошего? Там ничего нет. Вот тут запомните, через 5 лет они будут орать ходить. Они пока между собой не могут разобраться. Вы здесь живете в очень хороших условиях. А в Канигу через 5 лет без воды останутся. Еще тогда у них было, говорил я. Они нет, они надеются на дядю, на Федю. У них нету одного лидера. У вас лидер есть. Это самое главное, хоть кто-то лидер есть. А там никого нет. Там каждый сам по себе. Один угол, другой угол, постепенно уйдут они. Вот как только вы сделаете, и все. У них там начнется еще все уже. И сейчас вы не спорьте, вы спокойно послушайте, да, что хотят. А кто не верит, сходите и посмотрите. Вот когда сходите, посмотрите, убедитесь, у вас мнение совсем другое будет. И еще один момент, вот мне хотелось бы сказать. Не спорьте, Христа ради, без воды останетесь. Это я точно вам говорю. Как говорится, как свежая голова, которая вот только с этим столкнулась. У меня до этой проблемы не было. Вот. Я просто смотрю как со стороны. Вот есть у вас договоренность на предложение? Я считаю, мое мнение. Значит, эти деньги надо платить. Сами должны, да, принести, прям принести, отдать деньги. И потом спросить, куда они потрачены. Да, это один вопрос. А говорить, что я не буду платить, потому что, а вдруг мне что-то не сделают, ну, один не заплатит, второй не заплатит. В результате вообще ничего не будет. А то называется налога, самоналогообложение. Вот мы сами себя обложили. Да тысячу раз об этом сами говорили. Заплатили. А потом уже смотрим, как он деньги. Вот тогда будет надо. Нет, вот ты говоришь о том, вот ты опять же вот взрослый человек говоришь, что мы, вот, нам денег хватает, мы можем тебя отвезти на взятие обеспечение, довести до старости, нам денег хватит, нам твои не нужны деньги, что объяснять? Ты должен понять, что вот есть документы, пришел, вот тебе не нравится, приди, скажи, покажите, куда вот, мои 150 рублей пошли, мы тебе объясним все. Понимаешь, не надо говорить, что мы живем на твои деньги, что объяснять, а хорошо, что без твоих денег. Вот сейчас, вот я об этом прощаю, я не стою, я другой. 5 секунд. Давайте к делу. Давай. Не ругайся. Я сейчас другое скажу. Нечем тут спрятать. Подождите, не будем ругаться. Послушайте 5 секунд. Значит, вот после того, как вы сейчас вот
сделали, хотя, конечно, не до конца, мы затратили где-то порядка 160 тысяч. Вот, новую траву. Вот я пришел. Ну, сюда, да. Ну вот. Вот я пришел в администрацию вот, заказать, на всякий случай, еще 200 метров трубы. Вот. Они сколько 500 метров за это они посчитали? 4 миллиона 800 тысяч стоит вот этот водопровод. Что мы сделали за 160 тысяч. Все, вам больше не надо говорить, ничего. Что своими силами делали? 4 миллиона 800 тысяч. Вот эти вот 600 метров стоит водопровод, который мы сделали, за, ну пусть 200 тысяч за всеми вот нашими затратами, с нашей работой, со всеми этими, хватит, 200 вот, тысяч. Вот, все, вот пожалуйста, я, если вы не верите, пожалуйста, любой, скажите, вам начитаю. Подождите, кто не поедет туда на работу, давайте я нарисую примерно, что вот мы делаем, вот как это вот смотрите. Вот здесь вот находится пупушка. Вот пупушка это куда вот так стекаются все родники, откуда мы пьем. Все полностью. Вот две секунды, послушайте, пожалуйста. Вот туда стекаются все родники. Все. Сразу оговорюсь. Их там 9 штук. 7. Из них сейчас в полную силу работает 4. Но этого достаточно, чтобы напить яйцо. Вот отсюда, послушайте место, когда это все работало, вот отсюда выходят колодцы. Я сейчас прям поштучно вам считаю. Вот так колодцы, смотровые. Еще. Вот так, что травы. Вот здесь вот пруд. Вот здесь пруд, где дети купаются. Тут пруд. Вот здесь вот. Вот этот колодец находится на глубине 8 метров. 8 метров. Вот там, вы просто представляете, там творится. Там начинают трубы в животных, что там только нету. Все это течет. Все это, я вам рассказываю, как. Бетонные трубы. 24-го года. Через них, просто через бетонные трубы, течет вода. Открыл труба, труба вошла, колодец, труба ушла. Туда хочешь, плюнул, хочешь, кинул. Закрыто деревянным щитом. Вот тут, вот дальше. Вот тут стоит еще один большой колодец. Сюда все приходится. Отсюда через пруд умные старики, вот здесь еще одна есть, коптаж. Отсюда умные люди через пруд пластиковую трубу уже положили, давно еще старики. Она приходит вот сюда, вот сюда приходит. То есть это приходит с земли, это падает сюда наверх, вода. И пошло опять еще вот там четыре колодца. И вот тут находится наш бассейн круглый. Вот он. Вот этот бассейн круглый. Вот здесь находится, вот так дорога идет. Вот здесь к Макарову врезка была, есть вернее. Вот она, вот здесь. Вот сейчас, мы вот здесь, вот сюда уже в прошлом году положили, помните, 100 метров трубы новой, закопали. Вот сейчас наша задача, вот эта вся вода через 4 колодца приходит сюда. То есть вот она течет. Вот здесь еще одна труба вот отсюда выходит. Вот такая тоненькая, вот так в обход идет. И тоже приходит сюда. Это приходит под землей. Это приходит сверху, железная труба. Сейчас избавим. Мы делаем по-другому. Вот, вот здесь, когда вот все это было еще при царе Горохе, все работало, родники были полные. Максимум воды шло сюда, в деревню. Избытки воды, которые не потреблялись селом, выливались через верх и шли вот сюда вот в речку. Питалась речка и все пруды. Это излишки. Это не кто-то закрывает, вот это излишки воды. Сейчас этих излишков нету. Но она дырявая, течет, хорошо, это устранение. Мы сейчас взяли, купили 600 метров трубы, 110, мы запитываемся сразу же, вот сюда вот, сразу же, в кукушку, и ведем трубу вот сюда вот, здесь пластиковую, вот сюда вот, 600 метров трубы. Вот здесь вот овраг, большой овраг. С Володей Прячем 2 дня возили туда землю, чтобы положить, он сюда положил, вот сюда вот, 45 метров трубы своей, которую он задним клалом, вот такая вот труба положил, чтобы сделать в нее футляр, чтобы ее не сгрызли, не переехали, все остальное. Вот здесь вот, очень большую работу провели, здесь сделали плотину насыпную, потому что иначе там все труба утонет. Вот эта труба напрямую, минуя все колодцы, все эти грязные, идет вот сюда, вот приходит. Вот здесь вот запитывается Георгий Федорович, потому что он находится выше колонки, и если он будет питаться с колонки, как Макаров, у него воды не будет. Он врезался вот сюда вот, уступает вода сюда к нему. Это Евгений. Нет, это Георгий Федорович. А Евгений Федорович вот отсюда, с вашей линии. Вот отсюда с вашей линии запитывается, и сюда идет вода к нему. Вот отсюда питается Миша Козин вниз, все. Вот эта вода, пока мы не можем ее поднимать на обсуждение дальше, ее технически невозможно так провести, технически. Там выше. Она просто выше. Вода в гору не пойдет, все. Там выше. Это да. Вот я повторюсь, наша задача сейчас. Был вопрос, сделать здесь опять колодец смотровой один. Мы подумали, решили, для чего нужно. Мы сюда ставим муфту.
То есть, вернее, вот здесь, вот эта вода, которая, то есть, вот эти мы перекрываем все, все, их не будет у нас, вот этой нитки ее не будет. Вот этот родник, чтобы не потерять, мы покупаем еще 200 метров 63 трубы, тянем ее вот сюда, вот в тройник, вот здесь тройник находится, вот тут тройник. Мы соединяем вот эту трубу 110-ю, вот с этой трубой, 63-й, то есть этот родник мы не теряем, все это приходит опять сюда. Вот здесь, чтобы не делать колодец, мы соединяем опять-таки все. Двойником, двойником. И отсюда же запитываем тебя. Запитываем, и ты идешь к себе туда, ну, вниз. То есть, чтобы там не толкалось, все, тут колодца не будет. Вот эта труба новая. Вот мы до сюда доходим, вот, до Макарова в врезке. Если у нас в этом году хватит сил и денег, мы и эту же врезку меняем до колонки полностью, а отсюда запитываем Макарова. Опять-таки врезкой. И все состояние, чтобы не было смотрководства. Вот это все. Это все, что талая вода течет, все затекает туда. Там все, что можно творить. Дальнейшее, на этом году мы останавливаемся. Если у нас хватит денег, желаний и все, мы потом вот эти колодцы начнем ремонтировать. Покупаем кольца, их демонтируем, сюда врезаем кольца, и пошла разводка. Дальше и дальше. Вот, а вы находитесь, молодежка, вот здесь вот. Какая у вас будет вода, скажите мне, если вот тут воды нету, она вытекает во враги. Здесь сколько протек, вот, вот по этой трубе, сколько протек? Вот он, вот все молодежка. Вот я просто вода. Технически показываю. Вот здесь вот, вся вода ваша уходит вон туда. Да вы же жоры там как фонтан. Просто речку. Вот, а вы, молодежка, собираете деньги вот отсюда, чтобы сначала сделать вот сюда вот поступление воды. Вот разборная часть вот отсюда, а не с молодежки, понимаете? И когда будет вот здесь вода, вы поймете, что мы не зря деньги потратили. И тогда мы постепенно начнем эту менять трубу. Ну вы понимаете, что трубы, например, все. Все, вот все трубы, все гнилые. Вот, вот центр, вот там вот у нас там все, вот показывают. Ставили, вы видели, что творится? Просто решето. Два хмута вот через такое расстояние. И вот такие вот трубы. И в них течет вода. Все деньги, вот на эту трубу, вот на эту 63-ю, у нас нет денег. Надо собрать самообложение пока. Хотя бы нас, да, не надо ли, на обложение собрать. Какую сумму денег? Сумму, труба тут 81 рублей метр, 200 метров трубы. Ну, что ты ему пускай будет? Ну, 200 тысяч, ну, грубо. 180. Если все соберем самообложение, то нам хватит денег. Нет, если мы покроем все долги, долги по самообложению, хватит. Если я буду собирать, вот сейчас, а сколько там? 30, сколько у вас денег? 29. 29, все, 29 тысяч. Пускай будет 30 тысяч. Вот я вам говорю, значит, здесь получается 14 500, по-моему, на эту трубу, плюс опять-таки бары. Опять-таки бары. Пока эту бару еще в Алексеевке копает. Когда он будет в Балакове, она к нам не вернется, поверьте мне. Пока еще у нас Алексеев копает. Вот когда... Опять 10 тысяч на работу. Сколько там метров? Да, вот он и не видит. Где? 200 метров, 196 метров там, 200 метров. Ну все равно хватит, соберем соображение. Сейчас. Если мы закроем долги по новообложению, денег этих хватит. И мы вот в этом году этот родник сохраним. Этот родник, мы все это вместе соединим, все закроем, и единственный доступ будет воды вот здесь, вот в этом колодце, все. Вот это все закроется. Все талые воды, они не будут проникать нам в воду, мы пьем и отравимся когда-нибудь, понимаете? То есть все воды грязные, все грязные. Грязные вообще нет. Да, но оно вот здесь, вот здесь. Здесь все вытекает тоже, еще добавок сюда, с этих колодцев, здесь трубы старые уже. Вот где, это как его? Скажи, вот круто, там прямо резиновый шланг. А это все резиновый. Я вот про эту говорю трубу. Вот ее надо первым долгом. Ты не понял? Вот спускается. Я про нее и говорю, что вот ее надо. Первым долгом сделать, потому что вот сделать протеки вот ниже что-то перед Жориком, вот здесь вот около клуба, и эту трубу, тогда будет и у них даже вода будет, понимаете? Вот вторая речка, вот кто хочет, ну, вот там вторая речка. Нет, там, там просто в речку уходит вода. Сейчас дело в том, что речку мы это должны сделать вода, быстро, да. В течение недели сожрать. Ну вот сейчас, я объясняю, послушайте, тише, сейчас мы не можем делать вот эту. Вот сейчас что в речку уходит. У нас трубы нет, она молодежки. Им нужно, им всего нужно 50 метров, они собрали 200.
Вот и все. Давайте решим, может, пока оттуда возьмем труп. Они взяли, а для чего не знаю сами. Я объясняю, что вот берут протеки, у нас вода есть, она уходит. Вот они скажут, пока в бассейне не будет воды, не будет ни у них воды, ни у молодежки. Не будет. Мы будем трубу, все мы будем собирать, В трех местах вы тут представляете, какая там... Сейчас в чем у нас стоит проблема? В неделю, вот все здесь. Собрать до конца налогообложение. За миллион, закрыть хорошо. Долги. Теперь с этой трубой что решите? Молодежка, отдаете трубу временно? На я она запрятана. Да вы им и так подарите. Такую будут. Все, встаньте, объясните свою позицию. Скажите. Тихо. Позиция, скажите. Смирно. Ты собрала самообложение? Один человек дал. Вот. А потому что, вот результат. Потому что тоже все сказали, или мы свой трактор нанимаем, или сдаем команду. Да, трактор тоже один вам. Я вам повторяюсь, даже если вы купите титановую трубу позолоченную, и грузину бриллиант, она принесется в никуда, в пустую трубу. Вы понимаете это или нет? Вы вот здесь находитесь, вот тут находитесь, а вода уже вот здесь кончилась. Куда вы присоединитесь? Объясните мне. Да где вы, сколько хотите подсоединить, куда вы хотите подсоединить, скажите? Да, ну, пока хоть какая-то есть, вот зайду, хорошо. А потом начнем подсоединять трубу. Все, нет, подождите. Тихо, вот молодежка находится, да? Вот здесь вот колодец находится. Вот здесь вот. Я просто по уровню рисую, по физике. Просто оригинально. Вот здесь вот мы находимся. Вот сейчас мы здесь вот находимся. Вот, труба идет. Так, она идет у нас вот отсюда. Вот отсюда вот она идет, она сначала вниз идет, потом в гору поднимается. Вот. Вот это вот место. Да. Край, так, край, да. Здесь вот уходит вода, вот она. Куда сюда? Да. Здесь вот в колодце уровня нет. И не будет. А вот здесь вот вы находитесь, вот молодежка. Вот. Если здесь уровня не будет, у вас воды не будет. Если нет, вот этот шланг. Да, эта вода течет без ее надо сделать написать. Выкопаете сейчас отсюда. Вот вы здесь 5 человек с этой улицы, практически муж. Вот мы все здесь живем, опять же говорю, что наверху вода всегда есть. Вот видите, люди, вы будете делать, вот сейчас сделаем вот эту воду, на следующий год у нас ее не надо делать, но мы будем собирать на то, чтобы сделали вам эту воду из зимы. Ну как кто вам собирает? Собирайтесь, молодежка, и делайте. Вот мы будем собираться. Да вам это обойдется намного дороже, чтобы этот трактор вызвать. Потому что легко всегда вода. Вы теперь опять хотите повторять историю головы. Заплатить 5 раз дороже и сидеть без воды. Ну посоветуйте тете Дине, скажите и спросите у нее, есть ли смысл платить деньги за влезть в пустую трубу. Там, когда труба лопнула, потеплаю, гордейкой закрыли. Да тебе говорят, Ольга. Вот пока не будет в бассейне вода, вот у них воды типа нету. Да потому что она же мама идет через село, а это она. Ну ты слышишь, у вас. Она сутопляла, ну почему сделал, что она не вот, ты слышишь? Ну, слышишь, вот водозабор у вас, вот с этого, что и у них. Если будет в бассейне вода, и у вас там вода в канале. Понимаешь, даже там, потому что это все выше. Ну нет, ее вода она доходит до бассейна даже, понимаешь, нет. Она просекает вот в этих местах, в трех местах. Ну идете, я покажу, сколько протекает воды. Аннушка, покажи мне, сколько воды там. Идите, покажите. Там просто уходит вода, она просто уходит. Я не дала, я была там. Ну как объяснить вам? Тише. Подождите, вы дома можете?
я вам скажу. Вот 200 метров трубы. Как вы хотите вот вести трубу? Вот объясните. Мы же будем, а мужики... Нет, 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 подождите. Как вы будете делать вот провод? Вот объясните. Он подсказал вам. Видите, знаете, вот вы взяли трубу. Вот будете вести трубу. Вот вся молодежь, вы же здесь. Нет, нет, вы объясните, девочки. Я раз вам объясню. Значит, мы просто хотим... Встали, не надо, послушайте. Тише, тише, тише. У меня двое детей растет. Я вам объясню. Огурец сорвать, я в деревне живу. Слышь, говорю, Оль, я еще раз объясняю. Оль, пока вот не будет в колодце, вот здесь протеки не сделаем, у вас вообще не будет воды, ты понимаешь? Даже в той канаве, где вы берете воду, понимаешь, нет? Потому что надо в бассейн налить, понимаете, нет? А вам трубу надо. Просто переложить, вот, вот подключить по новой здесь, где мы отрезали, когда провал был. И вам вот такую трубу подвести, все там. Там 30-50 метров всего. И опять у вас вода будет. А зачем? Мы сейчас подойдем. Да я объясняю вам. Опять же так же всех возьмут, заберут деньги, будем собирать. Пока не будет, не возьмите вода, мы пойдем. У них нет воды. Если на следующий год не хватит самообложений, значит будут собирать по 500 рублей, как опять собирали по 700, чтобы решили эту проблему. Давайте так. Положим трубы. Оля, у нас тоже вот нет воды, а мы отдали. Эти же 700 рублей мы отдали по 700 рублей. Кто станет где? Кто будет на молодежку собираться? Не, ну как? Даже сам положение куда? Тихо, давайте по одному говорить опять, тихо, по одному. Послушай меня, когда мы будем делать деньги, когда мы будем делать вот водопровод, у нас не будет разницы. Голова это Нижняя улица, или это Земного, нам без разницы. Мы все одно село. Мы имеем право пить воду, еще раз объясняю. И мы это будем стремиться. Я понимаю, почему нам тогда говорят, не возьмем воду? Ой, это я еще раз объясняю. Почему надо так объяснить еще в том году? А вы не слушаете. Тихо, тихо, собрание. Так, тихо. Ну хорошо, давай, можно я скажу? Оля, вот мы сейчас получаем, что не обижаемся. Там все прибьют, вот из-за чего уже устали кричать. Я понимаю, что без воды нам очень тяжело. 7 лет без воды, ну мама. Если мы сейчас вот это не сделаем, значит вообще ни у кого не будет. Только нас обещают. Вот на следующий год будет, сделают эту трубу, на следующий год мы будем собирать деньги, будем вашу сторону. Надо вам еще сделать, сделать расчет, сколько вообще денег надо, чтобы сделать воду в течение 2 лет. И вот пускай даже по 10 тысяч, и сказать всем, сколько это надо денег, чтобы вода у всех была. Чтобы люди рассчитывали. Нет, рассчитывать, Олег, я скажу, я с тобой согласна, но дело в том, что... Грубо говоря, 20 тысяч, пускай каждый год по 2,5 тысячи, пускай денег нет, по 8 недель все зарабатывают. По 2,5 тысячи скинут на следующий год, пускай полдень, целиком сразу трубу протаскивают, чтобы потом стоять сейчас. Все понятно, я понимаю, я прекрасно. Объясню я эту ситуацию. Я еще раз объясняю. Вот мы проложили эту трубу, 500 метров. Они говорят, дядь Коль, ты знаешь, сколько стоит это провести? 100 рублей метр, где-то 50 тысяч. Послушай, 50 тысяч. Они провели, послушай внимательно. Олег, ты дай мне скажи. Послушай, для того, чтобы рассчитать надо, мы как будем закладывать? Кто будет копать? Это сейчас мы едем. Где же вот, мы? Вот о чем речь идет. Мы вот сейчас приехали. Я не говорю, сколько раздельно, потом посчитаю. Сколько чего там, сколько колец, вот про это я говорю. Ну не будем делать сейчас так, давайте 2,5 тысячи сейчас не каждый может дать. Давайте заберем самообложение, которое нам положено. Вы не поняли, что я сейчас... Я просто хотел для молодежки предложить. Так тихо! Свод в колодце находится кран на ту улицу. Для эксперимента. Закрываем кран на 2 часа. Если у вас появляется вода, вы отдаете шланг. Ладно, давай. И нам сделайте на следующий год. Нет, или другой вариант. Если вы не понимаете, что есть... Она у вас будет вода по старой трубе дойдет к вам. С двух сторон, одна отсюда, одна вон через дядь Коль на огород идет. Нет, или другой вариант. Эту трубу вы ставите себе, а значит на ту улицу мы покупаем реально сейчас, принимаем на деньги налогообложения опять 200 метров трубы, и у
куда им? А ваши пускали жить в нашем финале. А зачем деньги им на нужды? Ну мы об этом говорим, зачем тратить деньги, когда у вас никто не будет. Да им не нужно столько трубы. Там перед ней только дорога, все тут 30-50 метров всего нужно. Так а я опять не задаю, буду стучать. Да не надо, что не хочешь. Вам мог объяснять, там нужно всего перейти дорогу. Послушайте, мы будем Когда в прошлом году сделали, прорубали лес кукушки, я работал, жил в командировочном тоже. Я узнал, я приехал, сделал. В этом году я ни сном, ни духом не знал, что в какой день кто идет работать. Поэтому я хочу попросить одно. Или какое-то объявление немножко заранее. Потому что я в 7:00 уезжаю, 8:10 приезжаю. Я просто физически не могу дойти в магазин. Просто хотят заранее какое-то включение, что такого-то числа идем. Это тоже я хочу сказать. Скажите, когда вы... Да, я скажу, как это получилось. Да, нет, поехал, отец ходил, в администрацию, приезжал нечаянно ездить. А тут вдруг нечаянно едет бар, он остановил его, говорит, мужики, вы поможете? Он говорит, да не вопрос. Он приезжает, и мы следуем все десятером начинаем на 20 минут. Через 15, знаешь, как это раз? Он просто повернулся, Иван, и сюда. Он ехал с Волынска с заправки. Вот прямо на заправку поймал его. Он повернулся туда к нам, приехал, выпал на дорогу. Кого? Кого повещали? Он просто приехал на пузан. Кто был там, все это были. Нет, ну давайте, по количеству народа для работы. У нас есть народ, еще раз объясняю. У нас народ есть. Если кого-то не хватит, мы вызвоним. У нас нет денег, вы понимаете? У нас нет денег. Проблема в деньгах. Мы копали, вот Володя грузит, я вожу, 10 человек вот так смотрят на нас. Да, вот и нет. Трубу взяли, подвинули, и опять 10 человек стоят смотрят. У нас есть люди, у нас нет денег, чтобы трубу положить туда, понимаете, отпилить. Купить ее. Хорошо, давайте в течение недели деньги быстро, срочно соберем. И неделю. Я в среду поеду в Саратов и куплю. Так они тебе отдают трубу или не отдают? Нет, я сказала тебе вчера! Вот нужники,
говорить, давайте решим. Решим, все, уже решим вопрос. Решим, хватит уже, да ему нарались каждый раз. Хорошо, подожди. Вот это, Витя Пчелица, выйди сюда, пожалуйста. Покажи сюда. Выйди, только плачь, покажи, как девочку ломаешь. Вот выйди, ты говоришь, мужик. Ну скажи, пожалуйста, ты можешь сдать эти деньги? Или ты без жены не решаешь это? Ну что ты можешь сдать деньги? Ты вот это скажи. Ты хозяин в доме или нет? Нет. Ты можешь без жены решить? Так, перестаньте зевать. Ну а что, я же не была, уже не решаешь. Я съездил, взял, но квитанцию я не оставил, правильно? Надо было говорить, педаль составить. Какую? Она и чё ж я теперь, блядь, ещё буду платить, что она будет? Ребята, послушайте меня еще раз, вот видите, послушайте меня. Вот ты пришел сейчас, взял кран, сделал около себя, около двора себе кран. Ну ты текущий расходы, сколько кран стоит? Ну 200 рублей. 200 рублей. Ну ты сделал себе, хочешь хоть какую-то воду иметь. А мы сейчас говорим о центральном водопроводе, еще о центральном. Она у меня около двора. Ну я тебе еще раз зачисняю, что ты сделал, чтобы хоть как-то воду взять. Но мы говорим о центральном водопроводе. Ну давай текущий момент. Просто не такие большие деньги, как Центрацова, о чем там говорить. Не обижайся, пожалуйста, не обижайся. Веди дома, поговори с семьей. Так, ну что? Не набухай. Да, ну, не факт, не факт. Она в этом году будет, если мы сделаем, она будет. Вот, да, дайте подарок. Ну ты выйди, скажи, не слышишь, да? Выйди, скажи, тихо! 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 Если человек... Ну тихо, говорю! Денис, подожди. Ну выйди сюда, вы не слышите. Да я так говорю. Иди сюда! Работай прямо с этим. Ты слушай меня. Ну можешь помолчать, ты знаешь, что вы? Нина! Если человек делает колонку один в селе, на своей улице один за всех, и деньги тратит, и время тратит, он не должен платить самообложение. Эти деньги никого не тратят. А если он начнет делать за деньги, то больше ему заплатят. Самообложение должны платить все. Все. Это есть самообложение. Олег, послушай меня. А если мы начнем сейчас с того, не считая, сколько мы потратили техники своей амортизации, тому же масло из 50 литров, которое я лично взял и купил. Тогда да мы вообще, мы тогда, знаете, тогда еще наши правоги надо будет платить. Я не даю 100 рублей. Объясните его жене тогда. Нет, да не надо объяснять. Я не чувствую. Текущий ремонт. Баба, делайте его с своего дворов сами. Текущий ремонт. А теперь послушайте, да, если бы он эти годы, на линии телеки, ничего вообще было бы. Чего? И ваши деньги не понадобятся. Да, стоп, тихо, тихо. Кто должен следить за колонкой около свитера? Тихо, кто? Самообложение, чтобы ее ремонтировать. Все, кто пользуется этой колонкой. Правильно, он для этого и сдает. Не важно про эту трубу, сейчас не про трубу речь идет. Я сам сдаю и плачу, и сам бесплатно переделаю свою колонку. Знаешь, каждый год, и деньги за это не крошу. Но я имею в виду, если он... Они такую подъемку заняли, я считаю, что можно я освободить. Их надо там за этим... Освободить для чего? Я еще раз вам повторяю, чего освободить для того? Налогообложение – это обязательный платеж. Послушайте, все, кто пользуется этим краном, взяли на сложение и ему отдали. Никто не хочет вам изобретать. Простите, Мухин, вы молодец, я вам там решили эксперимент проводить на нижней улице.
там мелочи поделить. Он делать, я имею, подожди, вот он выгодит, вот он не сдает. Да, освободитель, знаешь почему? Он день потерял, сделал ее. Да, не сколько может заработать человек денег? Олег, о чем ты говоришь? Тихо, еще, он еще потратил время, деньги свои на эту колонку. Ну как там, 200-300 рублей украл, купил доски, позди. Ну, а вы к нему, ну как там обожаем? Ну, узнали, что он делал? Ну, чек не дал, на освободитель. Скажи, ну не плати в этом году. Олег, хорошо, я скажу, подожди, Олег. Пряники платят за воду, за свет, да за всё. Нет, подожди, я к этому возвращаюсь. Горбунова платит за воду, за свет, за 700 рублей все платим. Освободите нас. Мы раз пряников не работаем. Олег, о чем ты говоришь? Если говорить с другой стороны, эти люди живут полгода в деревне. Все удачники, полгода, но деньги не дают. Олег, а теперь тебе скажу. Ты помнишь, когда ты рублях, отдайте деньги, долги.
Вы понимаете, что это большие деньги? Каждый, вот эта труба стоит 235 рублей метр. Просто вот, ну ради здравого смысла, вот так, посчитайте по деревне, 500 рублей, 600 рублей, 700 рублей. Сколько нужно денег? Вы понимаете, что 100 рублей это ничего? Нет. Это ничего. Я про это и говорю. А мы спорим. А еще мы будем спорить, копейка спорить. Мы готовы к тому, что мы будем тратить деньги на водопровод. Мы будем водопровод тратить. Город такси вызвали 300 рублей. Это ничего. А в следующий год должны собрать деньги вместе с ними. А на следующий год будем собирать уже сколько надо. 100 рублей, это очень мало. Давайте мы за зиму примерно. Давайте, значит, так. Вот определились. Закрываем всех должников. Вот до туда мы доводим в этом году. Да. Все, больше сил нету, ни сил, ни денег, ни желания. Да. Доводим на тут пластиковую трубу. Начинается водоразбор. Зимой мы примерно смотрим метраж, сколько нам нужно трубы, и за зиму примерно на своем собрании скажем, нам нужно еще 248 тысяч примерно, чтобы вода была во всех концах деревни. Вот но привыкните к мысли к тому, что мы начнем вот отсюда, если мы начнем вести трубу, то мы вот здесь еще одна колонка. Мы сначала поменяем вот эту колонку поменяем. Вот сюда она придет. Потом сюда хорошо сделали. Вот отсюда пойдет сразу же на нижнюю улицу, Козина, сразу пойдет улица. Отсюда до Ломика, допустим, идет вот эта улица. Она в любом случае пойдет, она первая будет. Вот это. Здесь мы тоже поставим кран, тоже чтобы она не текла. А там кран был открыл и пошла домой к Мише Козину, к Стрелкову и ко всем дачникам, кто хочет. Но имейте в виду, что если мы, я просто забегу вперед, если мы будем вот это все делать, то мы подключаться будем платно домой. Платно. Не будет бесплатно больше ничего. И если у людей было раньше вода дома, то этот лимит мы уже давным-давно уже исчерпали. Понимаете, что все стоит денег. Каждое подключение домой платить к муфте мы не сможем, как раньше. Выкопал экскаватор, подключился дальше. Здесь все будет на муфте, которое надо делать сразу, а не потом. Поэтому готовьтесь к тому, чтобы сначала деньги. Давай, нет. Я просто к чему? И я дальше вам говорю, потом дальше, другая улица, и только потом вот тут пойдет молодежка. Мы не придем к вам завтра. Она вот тут, молодежка, вот, даже вот там. Понимаете? А вот там у головы. Мы не можем перепрыгнуть через всех. Вы понимаете, что все нужно делать поэтапно. Поэтапно. Если здесь будет новая труба пластиковая, а вот здесь будет вот так течь вода, то грош цена нашим деньгам, которые мы забрали. На следующий год просто собирать побольше денег. Надо. Ну, это еще на следующий год. На следующий год мы соберем и скажем, что вот это примерно все. Мне кажется, проще платить вместе, не можно, чем один раз и суммы. Так будет легче. Ну, что просто не соберем. Не соберем. Три ворота. Я все понял. Что вы решили, должников будем трясти или что? Или деньги опять заново собирать, все, кто уже сдал? Должников. Трясти должников. И дальше. Кто будет трясти должников? Давайте. Идите сюда опять, давай. Трясти его. Далеко ходить не надо. Вот он. Не, ну давайте определитесь, потому что денег не хватит на пару, на все. Ну я думаю, сейчас он придет, да, говорит дома, скажет, они объяснят. Если вы не поняли, молодежка, ничего, тогда вообще нет смысла разговаривать. Надо как можно быстрее, бару уйдет. Мы за такую сумму. Она каждый день уезжает все дальше. Она же уйти. Они не вернут сюда, не приехать. За эти деньги? За такие деньги. А если я тут копеевая? Девчонки, а я вот мы нанимали базу. 250 рублей. Я нанимала 10 тысяч. Ты 50 погоди. Ты сидишь тут. Нет, ну 100 рублей в неделю. 100 тысяч. Я 100 рублей. Мы как рублей. Договорились. Если шпатали. Вот именно. Тихо, ну подождите. Кто сдает самоуправление, статус ставит, ну давайте еще по 50 рублей там еще и соберется, если все соберут еще по 50, послушайте, теперь встанет вопрос, еще раз объясняю. Вот сейчас, допустим, Петров скажет, я тоже могу сдать 100 рублей, а вы не сдали за позже, почему мне нужно отдать еще раз, если вы не сдали? Ну, Кютин, ну это же просто люди все, ну. Слушай, если не хватает денег, у нас 12-й год идет. Давайте за 12-й год. Он идет 12-й год. Так я говорю опять. Давайте 12-й год сойдет, давайте сейчас. Ну опять-таки, давайте не будем ругаться, Петин, ну вы где-то долги еще не отдали, вы понимаете? Ну я ее не отдали. Нет, я просто говорю, ну завтра перед отпадом, как он скажет, Витя я не дам, понимаете? Но они там уплатили уже, приезжайте. Я понимаю, человек, который сдал деньги, он придет и скажет, дайте мне, вот я сейчас, вы меня смотрите, дайте мне список. С меня требуют налоговые за 12-й год. Я скажу, так,
Петров, 11-й год, Иванов, 8-й год. Вот почему я туда вперед, если люди еще не дают. Ваня Собян у нас есть такая. Да, 7-го года. Ну. Нет, вы поймите, давайте еще раз всем повторю. Я не знаю, где Андрей еще раз не знаю. Вы поймите одно. Даже если колонки нет в доме, но все равно Валя, Саакян, все. Вот давайте стоит, вот вы мне говорите, у вас нет воды. Ну вы же пьете, ребята. Ну вы же не умираете, жажда. Ну ты же вот стоп, стоп. Подождите. Тихо, тихо. Неделю 50 рублей ему заплатила. Сейчас мы опять договорились. Я ее за просто так, она у меня не... Нет, пришла. Подожди, еще раз. Дело, не, подождите, послушайте, послушайте. Вот вся молодежка, вот вы мне говорите, что у вас нет воды. Вон ну, вы туда же... есть, вон туда есть, наверх. Ребята, ребята. Иванов поставил бочки вот так вот и целый день ходит по всей Ивановке, понимаете? Мы говорим, что вы все равно здоровье пьете. Хорошо или плохо, но вы воду пьете. Вы жадно не умираете. Я еще раз объясняю. Значит, деньги давать надо. Хотелось точно даже попить, как вот у всех. Ну как, если пьет, уже можно все. Как она говорит? Так что собираем за 3 года? Ну решите, что вы собираете? Нужно положение или ставят долги? Решите. Нет, ну мы не собрали за старые годы. Давайте возьмем старые. Положение не стало еще. Кто может, пусть дают. Олег, давайте не сколько нам будет. Нет, не так много денег, сколько времени громче надо. Вы сейчас тогда никого не дали. Иди еще раз выйди. Я уже скажу. Скажи, что я хочу кушать. Деньги. В среду ты будешь уже там. То есть если завтра не собрали деньги,
не хватает какая-то сумма. Значит, собираем 12-й год тех, кто отстал за 12-й год. Потому что тебе завтра нужны деньги. Значит, ну потом с нас, с тех, кто заплатил деньги, пусть не молодежка, не будет, пусть не будет. Ну все. Я что не понял, что в любом случае, завтра тебе придется какой-то собрать деньги. Вечером. Если не хватает денег, встаем 12-й год. И те, кто не стали, давайте да, 12-й год. И спасите Витю. Повесьте вот так. Витю никто спасать не будет. Потому что завтра он тебе все равно не принесет денег. А вот потом, когда куда копать начнут, вот пусть сами тогда копают. Ну а они же, мы к нему приходим, понимаете? Ничего. Что они обижают, что мы говорим, мы сами будем копать. Ну, Лиза, не дай бы объяснил, что на то у них не ходят. Мы за него сейчас пустые, я объясняю.